Да. Кто за стол сегодня у нас? Пусть... Ангелочек прилетел. Пусть-ка маленькая. Я с тобой посижу, поохраняю тебя. Где мой ребенок? Где? А, ты тут? Мы сегодня с Алисой играем все утро. Я играю за вот эту девочку. Это новая куколка Алисы. А Алиса играет за вот этого малыша, за девочку. И тоже. Еще за вот это. А это что такое? А, и за ангелочка, да? Ангелочка. Алиса одевает девочку в маленькую одежду от куколок Лол. И эта одежда смотрится очень смешно, потому что, ну, это как неполноценные платьишки, как будто тунички. Да, Лисень? Мама, на этом пупсике. Не хочется облиться? Нет, не хочу облиться. А у нас обливается кто-то. Алис, зачем ты туда воду выпускаешь? У нас кто-то облился там. Да? Вообще, и у нас тут кто-то лежит. Это наша коробочка Лол. У нас, кстати, ребята, потерялись некоторые куколки. Да, Лисюня? Какая вот, попалась у тебя? У меня, знаешь, какая потерялась? У нас потерялась вот такая куколка маленькая с конфетти поп. Помните видео? Не с конфетти поп, а с Little Sister, с третьей серии, да? Да, пропала. Вот она была точно такая же, как эта куколка, да. Только маленькая. Да. И она у нас пропала. Представляете, какая жалость. Еще пропала Алиса, любимая куколка Алисы. Это куколка, у которой два хвостика, да, на голове. Таких не хвостика, а две шишечки. И платье такое прикольное. Она сейчас сломает это. Да не сломает. Алиса, не трогай Масеньку. Ну все, ты ее разозлила. Здесь у нас мини-магазин. Обувь. Парная. Которая у нас есть по парам. У нас очень много аксессуаров для кукол, но что касается обуви, обувь практически вся по одной туфельке. Это что такое? Это что за любовь у нас тут, а? Она ее любит, эту обезьянку. Да? А кто пришел еще? Мокрый. Мокрая черепаха. Алиса, главное, чтобы там потом не появилась плесень. Это будет ужасно просто. Там появится плесень. Ты посмотри, какой интерес вызывают наши игры у Маси. Тика-т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 ика
Она что-то меня кусает. Почему кусаешь, мама? Нельзя. Я вот так, Катя. Вася, иди сюда. Это... Подойди ко мне. Итак, начинаем играть? Да. Давай. Мы только что все расставили. Она у меня будет продавец магазина. Ты согласна? Нет, это мама, а это продавец. Винкс. Смотрите, какой Винкс мы нашли. Она такая смешная. У нее такие ножки разрисованные, смешные. Вот здесь, видимо, была юбочка. Может, оденешь от Лолы или еще от кого-нибудь? Кстати, ей одежда-то от Лолы идеально должна подходить. Лисюня, она такая худенькая. И точно она подойдет. И такой у нее такой здесь, ну не хвостик этот, такая шишечка у нее сверху сделана, макияж прикольный. В общем, вот такая Винкс. Мы ее не выбросили, покупали давно, очень давно, еще когда мы жили в другом городе, в Челябинске. И вот она у нас сохранилась, такая длинноножка. А это, кстати, с Конфетти Поп осталось. Да, найдешь ей какой-нибудь костюм хороший продавцу? Давай, классное платье. Какое-нибудь классное, красивое. Я его сейчас твит. Алиса, одень ей платье, у нее юбка сваливается. Еще чуть-чуть, и она ее потеряет. Я предлагаю платье. Можно платье? Вот у тебя голубое тут есть, я вижу. Можно? Нет. Вот это. Давай я поищу Вова. Ну давай, Вова, поищи. Вот он у нас как будто в купальнике. Алис, как это зовут? Блум. Нет, Блум? Нет, не Блум, а я не знаю, как это. Наверное, Блум, раз она Блум. Нет, нет. Голубой. Блум. Нет, нет. Флора? Нет. Давай не будем. Я не помню, Стелла. Нет, Стелла с белыми волосами. Так, давай. Напишите в комментариях, на кого она похожа. Возможно, это подделка, и она вообще ни на кого не похожа. Ну, как вы думаете, дай. На кого она похожа? Дай. Вы мне что, покупаете маленькие подделки? Нет, не покупаем тебе подделки. Ты сама захотела эту куклу, увидела и запищала, как всегда. Хочу эту куклу.
Поэтому не знаю, какие у тебя претензии к нам. Мы покупаем только то, что хочешь ты. А я знаю, что я хочу на Новый год? Я хочу только русского малыша такого. Русского малыша? Какого русского малыша? Чтобы Дед Мороз принес. Ребенка, что ли, настоящего? Нет. Ну, который там продается в детском мире еще. Русский был. А, ну ты вчера с папой ходила. В общем, Алиса вчера ходила с папой. Не, он ей купил вот эту куколку с малышом. Да, и там, видимо, еще какой-то малыш. Ну-ка покажи, ты ничего не лободи. Да. Алиса, что он такой страшный? Давай нормальное платье, Алис, не жадничай. Ладно. Это боди с поддельной лбой. Мама, давай поддельную лбу иначе. Одень ее красиво. Давай вот это будет. Алиса, перестань туда воду сливать. Перестань, вдруг плесень появится. Хочу вам показать еще зону. Алиса сама ее обставляла. Это комната нашей маленькой девочки. Здесь одежда для мамы или для нянечки. Вот этой вот афроамериканочки. Стульчик для кормления. Он был в наборе. Еда. Здесь, смотрите, какой-то камень. Ребенок ест камень. Так, и тарелочка. А еще есть кроватка. С кроваткой в комплекте шла вот такая штучка. Алиса все уже поснимала. Вот так одевается эта штучка. И на нее развешиваются вот такие погремушечки маленькие разные. Классненькие. Сейчас все развесим. Вот так. И вот так. Классный набор. Правда, эти куклы уже давно продавались в Америке. Сейчас их, возможно, даже уже там нет, уже не продают. А у нас в России они только появились. Еще мы с Алисой нашли вот такой коврик развивающий. Здесь что-то я было, я не помню. Кто? Я беременная! Я беременная! Да не, нормально. У нее толстая пузо. Толстая пузика? Да. Ну пойдет, ладно. Ты сказываешь, где мой малыш? А где пусть он? Будет так. Так, ну, в общем, вот это маленькая мини-комната, которую обставила Алиса. Нужно, конечно, здесь наводить порядок. Ну ладно, пока играем в магазин, да, Зай? Всем привет! Открылся новый магазин! Приходите скорее к нам! У нас продается много всего интересного! У нас продается очень много всего интересного, очень много обуви и всяких игрушек, а также есть товары для детей. Кто будет первым покупателем в моем магазине? Посмотрите, сколько у нас всего! У нас даже продается маленькая кукла Реборн. Смотрите, есть яйца, есть щенок. И не один, вот в этой сумочке тоже сидит щеночек, я сейчас вам покажу. Вот он малыш, есть подушки для дома, горочки для детей, обувь, тарелки, миски для собак. В общем, у нас есть все, на любой вкус. Приходите! Малыш, где твоя мама? Я не знаю. Не знаешь? Так, ну-ка иди ко мне, пойдем. Я вызову полицию. Посиди пока у меня. Давай, садись. Вот тебе кукла. Все, сиди, играй. Хорошо? Ой-ой-ой-ой. Сиди, играй, где я мой уже малыш? Звоню. О, здравствуйте, девушка. Я вынуждена вызвать полицию. Вы бросили ребенка. Простите меня. Я просто не случайно. Просто малыш со мной не пошел, и я его забыла немножко. Простите меня. Ну хорошо. Если такое повторится, я точно буду вызывать полицию. Ага. Можете забрать своего ребенка. Как зовут, кстати, вашу девочку? Алиса, а меня тетя Юля. Тетя Юля? Да. А, ну хорошо. А меня зовут Вероничка. Вероника. Вот эта мамашка забыла про ребенка совсем. Ужас! Вы сами мамашка? Да! Приходите покупать все в нашем суперкрутом магазине. Наш магазин самый лучший в округе. Вы нигде больше не купите таких классных вещей и животных, как у нас в магазине. Правда, Тафи? Уф-уф. Правда, мы хорошие? Уф-уф-уф. Уф-уф. Представляем вас.
вашему вниманию Таффи. Это супер крутой щенок, ему всего 2 годика, но посмотрите, какой он уже большой красавчик. Это из Барби серии. Это серия Барби, у него паспорт Барби. Его родители призеры различных соревнований. Таффи, ты умеешь что-нибудь делать? Молодец! Знаете, вообще-то это из моей серии. Так, девушка, вам что здесь нужно? Это из моей серии. Нет, его хозяйка Барби с белыми волосами. Я вы обманщица, вы мало того, что бросаете ребенка на улице, мы не так будем вы еще пришли сюда и что-то мне пытаетесь Твой доказать. Садок. Все. Мам, ладно, мы вас в суд. Так. Я полиции звоню. Вы-то почему звоните в полицию? Все, я убегаю отсюда. Ужасная женщина. Таффи, пойдем. Да-да. Вызывай полицию. Сама виновата. Хочет тебя украсть у меня. Говорит, что ты ее пес. С ума сошла вообще. Мой хороший, не отдам никому. Кто это? Вы? Здравствуйте, да. Что вы хотите от я меня? Я полиция. Полиция? Да. Что я сделала? Что я нарушила? Я ничего не Знаете, понимаю. Знаете, вы нарушили, что это из серии Барби. Правда, это из серии Барби, а не из Блум. Так, какая Блум? Мне его продала Барби, блондинка. И сказала, продайте, пожалуйста, моего пса, дайте вам хорошие руки. Знаете... Все, она сказала, что мне не нужно, она мне его отдала на продажу. Знаете, вы можете мне отдать, я буду за ним очень-очень хорошо его кормить и поить. Таффи, ты пойдешь к этой женщине с розовой челкой домой? Будешь жить у нее? Таффи, отвечай. Ну ладно, забирайте, он не против. Таффи, дай хоть поцелую тебя на прощание. Мы его потом будем к вам нести. И потом отнесем. Если вы хотите его еще оставить на минутку, чтобы он еще остыл, то есть, то я вам еще отдам. Пусть она его покладит. Можно покладить? Можно, подходите. Только что? Смотрите, чтобы ребенок не обижал собаку. Угу. Он у нас добрый. И просто, чтобы он еще покладил, он любит собак. Да, можно. Аф-аф. Ну все, Таффи, нам пора прощаться. Пока, моя радость. Мы... Я рада, что пристроила тебя. Нет, вы можете его забрать. Да я же его отдала полицейскому. Забирайте его. Я ничего не понимаю, что происходит в этом доме. Тя-тя. Что за ужас? Мяу, он его откусит. Откусит монстр! А тут что происходит у нас? Он как будто падает. Он на каких-то нитках висит, да? Да, это гитара. Мася куда пошла? Мася, что ты там забыла? Ну-ка, я не поняла. Она забыла там повод. Она будет следить за нами из-под шкафа, да? Я не понимаю, что происходит в этом городе, но... Я буду дальше продолжать свою работу. Ладно, будь что будет. Все, ты будешь теперь моим псом. Больше я тебя не продаю, никому не отдаю. Мне не нравится то, что происходит вокруг тебя. Какие-то странные люди то забирают, то отдают. Все, ты будешь жить у меня дома. Так. Распродажа. Скидки 80%. Продаем все, что вы видите. Покупайте. Как мало покупателей, совсем ничего не покупают, а ведь у меня такой шикарный ассортимент. Я буду покупать. Здравствуйте, женщина-полицейский. Здравствуйте. Здрасте. Что вы хотите? Мы хотим купить что-нибудь. Я предлагаю для обезьянки обувь, вы не против? Да. Чи-чи-чи, обезьянка чи-чи-чи, продавала кирпичи. Да. О, посмотрите, как прикольно. Так, одеваем вторую. Обезьянка чи-чи-чи продавала кирпичи. Мам, я, пожалуйста, не хочу петь. Это ребята уже заметят. Вау, какая стильная обезьянка. Вы только посмотрите на нее, какая она модная. Подберите мне еще одежду. Да, конечно, вы ведь не будете ходить голые. А вы на стиле. Вы одеты.
делает так же круто, как и я. Вам нравится? Да, конечно. Мам, ты собрала тесто из этого куба. Вообще-то это было до маленьких. Ты могла это забрать. Алиса! Вам понравилась ваша новая обувь? Ой, поцелуй, точно понравилось. Здорово! Куда? Вот так мы играем с Алисой. Напишите в комментариях, кто играет тоже с куколками Лол, с Барби. И вообще просто напишите, как вы играете со своими куколками, какие у вас игры, играют ли с вами ваши мамы или старшие сестренки, а может быть и младшие. Напишите в комментариях, нам очень интересно. Всем пока-пока!